Климат. Я метеоролог. Меня интересует погода во всех слоях атмосферы, начиная с ураганов рядом с поверхностью и заканчивая погодными явлениями в верхних слоях. Юпитер — это мечта метеоролога. Неистовые потоки ветра, которые разгоняют сменяющие друг друга облачные полосы в противоположном направлении со скоростью более 480 км в час, молнии в 10 раз мощнее земных, градины, которые могут быть размером с футбольный мяч. Здесь дикие, но, на удивление, предсказуемые условия. Мы можем дать более точный прогноз погоды на Юпитере, чем на Земле. Чтобы сделать увеличенные снимки большого красного пятна, нужно знать, где оно будет через 2 или 3 недели. Сделать такой прогноз для земного урагана невозможно. А на Юпитере в этом нет ничего сложного, потому что красное пятно настолько предсказуемо. Знаменитая красная родинка Юпитера оставалась загадкой с момента ее открытия в 1664 году. Этот ураган, который, кажется, существует вечно, больше похож на гигантский водоворот, возникший между течениями в облаках. Если бы вы оказались в центре красного пятна на воздушном шаре, возможно, вы бы почти не почувствовали ветра. Ваш воздушный шар летел бы быстрее, чем ураган, но полет был бы спокойным. Эта буря, поднимающаяся на 8 километров в небо, представляет величественное зрелище. Но откуда такой цвет? Один из самых неудобных вопросов, который может задать астроному любой школьник, это почему красное пятно на Юпитере красное? Причиной могут быть соединение серы и небольшое количество фосфора, но, по правде говоря, мы до сих пор не можем полностью объяснить происхождение цветов на Юпитере, хотя эту особенность астрономы заметили одной из первых несколько веков назад. Еще одна неразгаданная загадка, которая существует с тех пор, как «Вояджеры» передали на Землю первые метеосводки, заключается в том, почему красное пятно существует в принципе. Мы предполагали, что вблизи все будет достаточно тихо, как ураган может продолжаться 300 лет. На самом деле там были более бурные процессы. Это казалось еще непонятнее. Как ураган может существовать так долго? Хамид Келлай пытается решить эту часть задачи очень практичным способом. В своей лаборатории в Бордо он делает миниатюрные модели Юпитера из мыльных пузырей. Загадка в его постоянстве. Оно вращается с определенной скоростью и занимает тысячи и тысячи километров. Красное пятно огромно. В нем поместится 2 или 3 земных шара. Все говорит о том, что такие явления должны разрушаться вихревыми потоками, которые их окружают. Нагревая половину мыльного пузыря с помощью металлической поверхности, он моделирует реакцию тонкой жидкой атмосферы Юпитера на тепло, которое поднимается из глубин газовой планеты. Разумеется, на пузыре возникают беспорядочные вихри. В мыльном пузыре интересно то, что отдельные вихри возникают, хотя мы ничего для этого не делаем. Они порождаются вихревыми движениями вокруг них. Космические агентства тратят миллиарды долларов на космические аппараты, чтобы увидеть эти явления. Метод Хамида Келлая позволяет исследовать Юпитер, не вылезая из ванны. Но с безопасного расстояния можно узнать немногое. Чтобы добраться до самого сердца планеты, вам придется рискнуть. Вы представляете себе головокружительное падение в таинственные глубины? Расслабьтесь. Галилео уже сделал это за вас. Зонд отделился от основного аппарата Галилео и при радиомолчании направился к Юпитеру, подобно пуле. Зонд Галилео вошел в атмосферу Юпитера на огромной скорости,
так как он разогнался за счет притяжения Юпитера. Вы видели фотографии метеоров, сгорающих в атмосфере Земли. Зонд был подвергнут температуре и удару в 100 раз более сильным. Можно сказать, что он оказался рядом с ядерным взрывом. Это продолжалось всего несколько минут. 7 декабря 1995 года зонд совершил спуск в инопланетной атмосфере со скоростью 100 км в час. Все приборы работали исправно. Внешне небо Юпитера выглядит примерно как верхние слои земной атмосферы. Если бы вы снижались вместе с зондом, то в иллюминаторе увидели бы пролетающие мимо перистые облака. Затем вы бы увидели облака, которые показались бы несколько странными. Снижение напоминало бы спуск на инопланетный химический завод. Эти облака имеют не только странный вид, но и ужасно пахнут. Облака Юпитера образуются из двух веществ. Аммиака, который похож на чистящую жидкость, и H2S, сероводорода, который пахнет тухлыми яйцами. Ниже этих облаков находится вода. Подобно гигантским грозовым фронтам, эти водяные облака являются источником яростных молний Юпитера. Температура поднимается, давление растет. Затем облака заканчиваются. Пройти сквозь облака Юпитера и оказаться ниже водяных облаков похоже на то, что вы испытываете, когда на Земле авиалайнер выходит из облачности. Возможно, увиденная картина будет самой страшной в Солнечной системе. Ясное небо над бездонной пропастью. Дьявольское падение в глубины бесконечного неба Юпитера. Хотя в горячие недра Юпитера, испаряясь, падают капли дождя, там нет океанов. Там вообще ничего нет, кроме все более и более горячей атмосферы. Радиосвязь была потеряна на расстоянии примерно 160 километров от верхней границы облаков. Через несколько часов после окончания радиосвязи зонд достиг слоя атмосферы, где начал испаряться материал, из которого он сделан. Наш зонд закончил жизнь в стиле дзен. Он стал частью атмосферы, которую исследовал. Это был героический спуск. Но зонд проник лишь в самую тонкую внешнюю оболочку Юпитера. Если проникнуть сквозь те слои, до которых не смог добраться Галилео, загадки будут множиться. Теперь нам нужно отправиться к очень необычному сердцу Юпитера, чтобы разгадать по-настоящему космическую тайну. Как рождаются газовые гиганты? Большие секреты. Здесь нет границы, которую можно ощутить. Нет твердой поверхности. Но далеко внизу, под облаками, за счет давления водород из раскаленной газовой атмосферы превращается в горячий океан. Он глубок. Если опуститься еще на 20 тысяч километров, жидкость, в свою очередь, превращается в еще более странную субстанцию. Температура и давление достигают значений, при которых протоны и ядра теряют электроны. В результате получается что-то вроде ионного супа, который очень сложно себе представить. Это все равно, что оказаться внутри звезды. Водород, например, переходит в так называемое металлическое состояние. Это электропроводная жидкость, которая является источником чрезвычайно мощного магнитного поля Юпитера. Именно этот огромный потаенный океан из бурлящего металлического водорода, а не ядро из расплавленного железа, порождает опасную энергетическую завесу Юпитера. Но внутри этой гигантской космической луковицы скрыта еще одна тайна. Ключ к происхождению самих планет. Спустя 400 лет после того, как Галилей впервые направил свой телескоп на Юпитер, Скотт Болтон идет по его стопам. Скотт проведет для нас экскурсию по следующему космическому аппарату, который посетит планету. Миссия «Джуно» стартует в 2011 году.
Джуно сделает следующий шаг. Галилео показал нам с помощью телескопа то, что находится снаружи. Мы создали методы, чтобы узнать, что находится внутри Юпитера. Это позволит нам понять его строение и то, как он возник. По нашим данным, планеты образовались из газопылевого облака, вращающегося вокруг нашего новорожденного Солнца. Материя сталкивалась с материей. В этой игре на гравитационное выживание побеждал самый толстый участник. Юпитер в конечном итоге пришел первым в этой гонке. Планеты, как и люди, являются тем, что они едят. Поглотил ли Юпитер вначале большую часть легких газов, бывших в изобилии, до того, как появились твердые объекты? Или он формировался так же, как и все остальные планеты? Но ему досталось больше льда и газа из космического холодильника. Молекулы первых обедов Юпитера — камни, лед, газы и пыль — все еще находятся где-то внутри. Когда зонд Галилео обнаружил более высокие уровни редких и тяжелых газов, чем ожидали ученые, положение стало еще более сложным. Эти данные противоречили всем теориям образования планет. В мгновение ока все эти теории отправились на свалку. Джуно продолжит то, что начал Галилео. Попытается раскрыть тайну формирования Юпитера. Для этого мы заглянем глубоко внутрь Юпитера и выясним, есть ли в его центре твердое ядро. Если гравитационные измерения покажут, что твердого ядра нет, то Юпитер сформировался давно вместе с Солнцем. Если ядро есть, то он возник позже, когда образовались твердые объекты. Измерив содержание воды, Джуно должен также определить, насколько горячей Солнечная система была на момент образования Юпитера и где это произошло. По некоторым теориям, планета протиснулась поближе к Солнцу. Так как газовые гиганты, подобные Юпитеру, теперь обнаруживают по всей галактике, разгадать тайны его происхождения еще более важно. Прибываете на Юпитер и ищете место для посадки? Может быть, вам подойдет Луна с хорошим видом? Вам нужно быть осторожным при выборе из имеющихся 62 твердых поверхностей. Некоторые из них раскалены до красна. Достопримечательности. После того, как атмосферный зонд исчез в облаках в 1995 году, основной модуль Галилео пронесся мимо Луны Ио, затормозил и вышел на орбиту Юпитера. Уже на этом этапе ученые знали, что Ио будет одним из основных объектов для изучения. Эта странная луна расцветки пиццы, размером с нашу Луну, находится ближе всех к Юпитеру среди четырех крупных лун и является центром вулканической активности. Это один из случаев, когда заголовок в бульварной газете говорит правду. Это действительно самое вулканически активное место в Солнечной системе. На поверхности нет ни одной точки в радиусе 160 километров, от которой не было бы ни одного вулкана. Вулканы извергают достаточно вещества, чтобы каждый год покрывать поверхность слоем толщиной 1 сантиметр. В промежутках между космическими миссиями Лик Ио полностью преображается. Ни один другой мир не скрывает свой возраст так хорошо. Нам повезло, и мы направили аппарат на вулкан, из которого происходило сильное извержение. Мы увидели цепочку огненных фонтанов, которые были такими яркими, что кадры оказались переэкспонированы. Это было ярким доказательством активности Ио. Если вы отправитесь в ночной полет над поверхностью Ио, как Галилео, вид кипящих озер, лавы останется в памяти навсегда. Представьте себе, каково будет оказаться на поверхности. Если бы я возглавила экспедицию на Ио, куда бы я повела людей? Я бы подошла к горячей лаве, забралась бы на горы и смотрела бы на висящий над горизонтом Юпитер. Это было бы увлекательно.
Ландшафт похож на красно-желтую версию большого острова Гавайев, усыпанного серой. Однако здесь есть интересное отличие — очень слабая гравитация. Поэтому выбросы сернистого газа образуют фонтан кристаллов, который поднимается на 100 километров вверх, как огромное конусообразное облако, а затем падает обратно на поверхность.